Всем привет, середина мая, вот подрос кустик клематиса, самое время черенковать. Такие вот жирные хорошие побеги, в пазушках вот такие не тронувшиеся почки, только наклюнувшиеся, самый раз для череночка. Сейчас нарежем листы и будем резать их на череночек. Вот с этих вот побегов мы и будем заготавливать наши черенки. Вот берем середочки, верх нам не нужен, так как он еще слишком молочный и он не будет укореняться, а быстро просто завянет. Поэтому мы его не будем брать, а берем как раз вот самую середку вот этого побега. Убираем верхушку, она нам не нужна. Вот, берем, нарезаем череночек где-то от междоузлия, от низа, где-то 5 сантиметров, и верхушку 1-2 сантиметра. Лишние листики и вот так вот срезаем даже наполовину, чтобы избежать отдачи, избыточной отдачи влаги нашим черенку. Можно, конечно, размножить и отводками, но это если вам 1-2, там 3 саженца надо. Если надо саженцев много, то вот такой вот способ все-таки, наверное, будет более-менее практичнее и надежнее. Вот нижнюю часть мы тоже отрезаем, так как там нету в пазушках хорошо развитых почек, и поэтому скелета нашего будущего саженца, нормального скелетного побега, не получится. Вот с одного кустика получилось довольно-таки немало череночков. Аккуратненько их складываем, вот, и ставим на раствор эпина. Там одна таблетка на 1 литр воды. И оставляем на 16-20 часов. Раствора наливаем немного, так чтобы на сантиметр 2 только покрылась вот низ наших черенков, чтобы лист не был в растворе. После раствора берем череночки, опудриваем в порошке корневина и вставляем на расстоянии 3-4 сантиметра. Можно также, я думаю, сделать какой-то мини-парничок там из ящика с пленкой, либо пластиковую мини-тепличку. Эффект, я думаю, будет тот же. Если понравилось видео, подписываемся на канал. Обязательно покажу результат. Спасибо, пока.